Всем, с вами как обычно Магапанк. Последний мой видос был на 43-м левеле. Последний мой стрим же закончился апом 51-го. Было это 21 декабря. Как вы знаете, мной всегда принимается оптимальная стратегия незадротного кача и вообще максимально приятного геймплея на любом сервере. И 1.36 камбэк не стал исключением. Как видите, сейчас мой танк 66 левел. Если сделать еженедельку, еже в 51-м, то на апне 67-й. Сегодня, вероятно, этим и займусь. При этом видите, что мое количество мобов и квестов особо и не изменилось. И сегодня я вам расскажу об этом чудодейственном методе кача, который обычно не занимает много времени, но приносит наивысший импакт на сервере. А все дело в моем любимом кубешнике. Он дает огромное количество опыта в сравнении с кустами. Дополняет его две яшмы, одна из которых по приглашению. А также не забывайте каждый день тыкать регистрацию. Огромный импакт дает еще и свадебка, которой у меня, к сожалению, нету. Я не готов делать это на твине, а так не с кем. С неба, вероятно, уже дошел до упырей, так что... Если кто-то готов свахнуться на 1.36 камбэке, делать эвридей свадебку, пишите ВКонтакте, обкашлем данный вопрос. Таким образом, я получил незадротный путь к крутому контенту, который, по сути, уже вот-вот будет пройден. По сути, нужно будет купить упырцы, хочется макстаты и две дыры почему-то. Понимаю, что шибко импакт это много мне не даст, но все же. Камни, вероятно, буду ставить на метку и от 8 левела и выше. Посмотрю по бюджету. После данного момента сам кач отойдет на второй план. Но не в том смысле, что я перестану качаться, а в том, что можно будет начинать люто поупешить и собирать потихоньку адекватный шмот под свой левел. Ибо сейчас я бегаю в белом. Также нужно будет этот шмот немного точнуть, поставлять камушки. Все это тоже стоит денег, так что... В этом видео давайте без масштабного розыгрыша, так как траты сейчас будут большие. Победитель получит 20 голды. Условия, как обычно, простые. Написать коммент со своим ником на 1.36 камбэке и что вы желаете на данную сумму. Также, если вы еще не начали играть или хотите твина качнуть, например, можете регнуться по рефералке. Это бустанет как вас, так и меня. Ну а я буду ролять сейчас прошлый розыгрыш и потихоньку с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр, всех благ. Очень скоро буду радовать вас интереснейшим контентом по камбэку 1.36. Так что не пропускайте. Поки!